Всем привет, с вами Галактики, мы продолжаем играть в X-Rebirth, и сейчас нам нужно найти инженера. Возможно, мы найдем инженера в каком-нибудь пабе на вот этой вот станции, возможно, и не найдем, но попробовать стоит, это однозначно. Давайте мы поищем, во-первых, паб, а потом уже инженера. По-моему, вот там вот, да, посадочная площадка, мне кажется, вот это вот так вот отмечено. Или просто там что-то горит. Или вот это вот тоже посадочная площадка. Сейчас. Да, вполне возможно, что мы найдем здесь инженера. Так, давайте подлетим немного ближе. Ближе. Инженер. Есть инженер, поэтому мы... стыкуемся. This is the Albion Skunk, requesting permission to dock. Docking permission granted. Welcome aboard. О, вот и инженер. Смотрите, а теперь показывается подсказочка. Так. Pilot, come and get some bargains for me. Ну чё, бабуля лысая, будешь у нас инженером? Давайте мы сначала отремонтируем корабль. Починить все. Вот так вот. Ремонт. Отлично. Починили. И теперь я хочу вас нанять. Навыки она мне свои не покажет, естественно. Но давайте мы наймем инженера к себе на корабль. 23 тысячи кредитов. Без проблем. У нас теперь бабуля-инженер на корабле будет. Так, давайте мы немного... порыскаем на этой станции. Так, так, есть. Есть. Так, ты кто? Архитектор. Архитектор нам понадобится, я уверен, для строительства своих станций, комплексов и так далее. Будет управлять, наверное, я не знаю, строительными дронами. Я видел здесь строительных дронов. Дальше, так кто? Опять архитектор, продавец дронов, торговец оружием. Как же мне понадобится продавец дронов буквально вот в следующем квесте или где-то там через один квестик? Да, это было бы, конечно, хорошо найти его на этом же месте, если повезет. Так. Давайте еще здесь заглянем. Все, вроде больше нигде нету контейнеров. Насобирали всякий хлам. Потом его попродаем, да. Сейчас нам нужно... Что нам сейчас нужно, во-первых? Давайте мы посмотрим, что нам нужно. Я уже не помню. Два информация, пять менеджер заданий. Набрать офицер... Ага, нужен офицер обороны теперь. Который будет следить... за обороной нашего транспортника, не транспортника, а нашего грузового корабля, который будет торговать энерго, я не знаю, батарейками, скорее всего, чем он еще будет торговать. Так, это хороший вопрос, как мы найдем сейчас офицера обороны. Очень хороший вопрос. Но я даже не знаю, давайте сейчас посмотрим, что это было. У нас тут такое... Так, тормозим. Корабельный техник, капитан, строевщик, механик. Нет. Эти ребята нам не нужны. А, вот бар. Давайте посмотрим, заглянем в бар. Может, в баре мы найдем пьяного офицера обороны, который будет следить за нашим, ну, грузовым кораблем. Так, 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 давай, 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 давай. Подлетаем, все, тормозим, тормозим. Поставщик оборудования, инженер, менеджер, пилот. Увы. Увы, нас здесь нету офицера обороны. Ладно, мы тогда полетаем немного еще. Так, что, что вот это вот у нас? Construction shop. Тихо, 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 тихо. Так, мы тут разгоняемся уже как-то чересчур. Там мы были только что, как я понимаю, да? Или нет? Или я был в другом похожем месте?
Продавец продовольствия, поставщик обороны, торговец оружием, инженер. Никто из них нам сейчас не нужен. Нас сканирует полицейская машина. А, она не нас сканирует. Там кого-то другого сканирует. Давайте мы сейчас сюда вот прилетим, посмотрим. Нет, тут ничего не видно. Ладно, тогда я ничего интереснее не придумал, как полететь вот на вот ту вот станцию. Там есть у нас тоже большая-большая такая станция. И посмотреть, что мы там найдем. Кого мы там найдем. И найдем ли мы там вообще кого-то. Так. Собственно, мы прилетели. Давайте осмотримся. Где мы тут кого можем найти. Что это вообще за станция? Давайте посмотрим, да? Если мы посмотрели, то какой-то там сборочный цеха. H2O. Фасилити. Так, а тут у нас что? Что? Давай, давай, отлично. Ну, короче, потом я полетаю когда-нибудь, осмотрю все эти части этой базы, да, и всех остальных баз тоже. Давайте мы для начала найдем. О, вот, отлично. Нашли мы паб, бар. Ганделек. Галактический ганделек. Гендель. Гендель. Я не знаю, есть ли используется такое слово в России. Торговец оружием, менеджер, спекулянт, продавец лицензии. Это же гадина. Нету менеджера обороны. Я тьфу, менеджера говорю. Как он там должен называться? Я уже не помню. Что у нас вот здесь, я не знаю. Давайте взглянем. Лед. Продают лед. Угу. Лед тоже, наверное, нужен в космосе. Так, а вот здесь вот. Давайте немного ускоримся. Что у нас тут? Что у нас тут? Космический фермер. Корабельный техник. Никто из них нам не нужен, как ни странно. А вот тут вот что интересно, давайте заглянем. Вода. No, shut up, Betty. Так, а вот тут... Инженер... О, офицер обороны, тормози, тормози. О, как раз я удачно тормознул. Так, давай, давай, оп, стыковаться. Два раза. Два раза давай, оп, стыковаться. Отлично. Хорошо, теперь давайте мы опять же почистим станцию от разного мусора тыладианского и разных скафандров и, я не знаю, игровых приставок. Поразбрасывают здесь всякие хламы, мне ходи, убирай за ними потом. Может быть, здесь мы полазим, сможем полазить по вентиляционной шахте? Наверное, нет. Так, менеджер. Кстати, да, вот это вот X Beyond the Frontier. Первая игра серии X. Ей даже поставили игровой автомат. Что вот это за игра, я не знаю. Может быть, тоже игра от этих разработчиков. Ну, конечно, что скорее всего. Ну, посмотрим. Так, куда мы пойдем? Давайте пойдем пока что. А, сюда мы... Нет, сюда мы тоже можем пойти. Интересно. Капитан. Капитан нам не надо. Менеджер тоже нам не надо. Давайте с менеджером поговорим. Где я могу найти? Покажи мне свои навыки. Ага, менеджера я нанять просто-напросто не могу. Отлично, ладно. Не очень-то и хотелось мне нанимать менеджера. Жалко, что автоматами вот этими содовой нельзя попользоваться. Так, хорошо. Кто у нас здесь? Поставщик оборудования, продавец дронов. Блин, сколько продавцов дронов, когда они не надо. Так, а ты кто? Ты кто? На рыбок смотрит. Ну, какие рыбки? Так, ты кто? Спекулянт. Ладно, спекулянты мне тоже не интересны. Угу, тут мы все посмотрели. Вентиляционной шахты я не вижу, к сожалению. Так, там у нас какая-то... А, нет, нет, все правильно.
Тут можно, кстати, даже полазить в большом количестве шкафчиков, насобирать кучу всякого хлама. Я даже не смотрю, что я собираю, потому что я знаю, что это мелочи. Ничего прям очень полезного я здесь не найду. Вот, офицер обороны. Почему я тебя не могу нанять? Претендент на работу мне надо. Менеджер, офицер обороны. Она мне подсказала, где я могу найти менеджера обороны. Интересно. Ладно, сейчас посмотрим. Сейчас мы вернемся на корабль. Ну, в общем, эта подруга не хочет с нами работать. Но она нам якобы сказала, где я могу найти офицера обороны. Давайте откроем эту дверь, посмотрим, что у нас еще может быть здесь. Вот, кстати, да, тюрьма какая-то. Что-то очень похоже на тюрьму. И, да, охранники стоят. Но здесь сидит народ. Hello, pilot. What can I offer you? Космический фермер. Нет, до свидания, до свидания. Мне пока не нужен космический фермер. Менеджер опять. Продавец дронов опять же, да? Нет, ну это реально тюрьма. Но здесь сидят торговцы. Окей. Окей. Давайте мы посмотрим еще. О, вот бар. Все, вроде. Шахты вентиляционной я не вижу, ладно. Так, ты кто такой? Пилот. Вербовщик. Вербовщик нам нужен для найма десантников, которые будут идти на абордаж больших кораблей. Так, поставщик оборудования. Да ладно, потом попродаем, даже если она может что-то у нас купить, но я потом попродаю, сейчас не хочу. Все равно там копейки, на самом-то деле. Хорошо, уходим. Нам она сказала вернуться на корабль. Тогда мы вернемся на корабль и посмотрим, куда нас приведут по ее указания. Ну, вообще странно, что она нам подсказала, потому что обычно... Ну, с другой стороны, да, я понимаю, почему, когда обычно говоришь с... Ну, с кем-то вообще, да, говоришь, тебя... грубо посылают, это потому что отношение плохое, а у той подруги отношение было, ну, хотя бы такое, уже чуть-чуть лучше, чем плохое. Просто никто меня не знает, и никто со мной говорить не хочет. Чем лучше отношения с фракцией, да, и которые принадлежат корабли, допустим, или же НПЦ, тем больше информации мне дают. Так, хорошо. Давайте мы посмотрим, куда... Куда вообще нас отправляют? И вроде-таки куда-то отправляют, как ни странно. А вот этот вот бар. Но я не против, на самом деле. Это вообще интересный такой подход. Да, когда нам надо кого-то найти. Продавец лицензии, торговец оружием, менеджер. Здесь вроде бы как и нету нужного нам человека. Так, там стоять. Стоять. Ну-ка, бар. Приземляемся. Блин, да, в этом секторе 16 FPS в игре у меня при записи. Это ужасно, конечно же. Да, вон офицер обороны, как ни странно. Ну ладно, я не против. Набирать команду, так набирать команду. Но странно, что та подруга к нам не присоединилась. Не то чтобы не присоединилась, да, мы на нее не могли. Это разные вещи. Когда человек добровольно присоединяется, и другое дело, когда мы платим ему за работу. Хорошо. О, а здесь у нас есть вентиляционная шахта, которая вот открылась. Давайте мы теперь пролезем и пособираем хлам, который здесь разбросан. Это в основном деньги. Всегда храню деньги в вентиляционной шахте у себя дома. Даже логично. Так, хорошо. Хакерские чипы. Так.
Капитан. Нет, капитан нам не надо. Давайте поехали дальше. Нам сейчас куда-то вниз надо будет спуститься, да? Задница такая. Архитектор. Так, никого, никого. Ты кто у нас? Вербовщик. Еще контейнеры с разным хламом. Ой, еще шкафчики. Вот мне... Ой, так. Я хочу нанять десантников. Нет, это тоже вербовщик. Интересно. Суровые бабищи летают тут в космосе, в этой вселенной, да? Неженкам нет места в космосе, только суровым бабищам. Так, все, тут вроде ничего нету. Еще шкафчики, фантастика. Нужно больше шкафчиков. Так, продавец дронов, продавец лицензии. А ну, кстати, давайте посмотрим, что продавец лицензии продает. Show me your licenses, please. Sure. Минимальная репутация. Сердце Альбиона на опасные грузы. Давайте посмотрим, что это такое. Разрешает перевозку некоторых опасных грузов в космическом пространстве сердца Альбиона. Ладно. Меня вот еще терзают смутные такие подозрения, что я не увижу других рас в космосе. Да, у нас вот здесь вот есть Теллади. Вот такие вот Теллади. Кстати, это первый раз я, да, вижу на записи, по-моему, Теллади. А других рас мне почему-то кажется, что я не увижу. Ну, может быть, конечно. Я надеюсь, я очень надеюсь, что я не прав, потому что, ну, серия X без других рас, это будет очень грустно. Так, ну ладно, давайте мы нанимаем таки наконец-то офицера обороны. Я хочу вас нанять. Сколько? Подешевле нет? Офицера обороны. Да вы что? Ну, наверное, он очень крутой. Но это ужасно, реально. За столько денег-то. Хорошо, что мне еще хватило, я не знаю. Так, ладно, давайте посмотрим. Может, я могу продать какой-то хлам? О, кстати, могу, да. Артефакты какие-то у меня есть. Артефакт это целых 6000, это не слабо так. И еще какой-то хлам. Еще на 3000. Алмазная крошка, да, которую я нашел в каком-то кейсе. Ну, хорошо, хоть немножко денег отбил себя. Торговец оружием нам не надо, спекулянт. Есть у тебя что-то интересное, что я могу продать? Нет. Ничего. Продавец дронов? Нет, нет, нет. Нам не нужен продавец дронов. Угу, все. Ну, мы сделали, в принципе, задание, да, то, что нам нужно было. Разобрались, как все это дело работает. Можно сваливать отсюда. Это вот вербовщик. Архитектор, да, да, да. Все. В принципе, да, можно вернуться на корабль. Вот так. По-моему, 2, да? Мой статус, имущество, состояние корабля, менеджер задания. Нет. Так, 6. 5. И покинуть площадку, вот. Вот так вот, возвращаемся. Enter 5.5, и мы, собственно, на корабле у себя. Надо будет привыкать, чтобы время экономить. Окей, доставить теперь их на наш корабль. Наш корабль, кстати, следует за нами, да, пытается. Во всяком случае, он очень медленный. Но он следует за нами, вот он где-то уже на подлете. Так, но я его... Все равно не вижу. Вижу астероида, а корабля не вижу. 7 километров. А, вот он, я понял. Просто этот значок закрывал весь корабль. Значок стыковки. Так, 2 километра. Давай. Стыковаться, отлично. Так. Так.
Хорошо, доставлен офицер обороны и доставлен инженер. Нажимаем Enter, 5, вызвать удаленно. Теперь мы, давайте сначала на инженера посмотрим. Давайте посмотрим на его навыки. Skills, механика 2, морали 0, управление, лидерство, военное дело 2, навигация, наука 0. Дроны-сварщики под его управлением тоже 0. БЛА-строитель тоже 0. Хорошо. Вы уволены. Работайте здесь. Окей. Согласен. И офицер обороны. Давайте мы с ним тоже свяжемся. И посмотрим на его навыки. У него прям вообще у нее... Она не показывает нам навыки. Она, наверное, вообще ни хрена не умеет. Просто цену загнула и про навыки свои не рассказывает правду. Работай здесь. Кошмар. Какая она суровая. Ну хорошо, хорошо. Мы справились с заданием. Самое главное. Теперь у нас полноценный есть торговый корабль, который будет возить батарейки. This isn't a warship. We've already got guns and missiles. What else is there? Guns are one thing, drones are another. It would be nice to get out of trouble from a distance. Exactly. You can take the fight to them from afar or use a hacker drone to uncover useful intel on stations. Steady on now. I'm not a hacky go lucky kind of guy. Хаки го лаки. You'd be missing out on all the gossip. You can find drones for sale on some platforms. На некоторых платформах я могу найти дронов. Мы можем спросить направление, да? Давайте сейчас у кого-нибудь. Привет. Сдавайтесь. Где я могу найти продавец кораблей, начальник полиции? Торговец. Я сейчас врежусь, по-моему. Goodbye. Тормози. Тормози. Хорошо. Попытка номер два. Давайте свяжемся с перевозчиком воды. А, далеко, наверное, слишком не могу с ним связаться. Так. А, вот, может. Куча корабликов разных. Все. Тормозим. Где я могу найти? Так, торговец, ювелир, продавец лицензии, механик, старьевщик, больше, фермер, корабельный техник, поставщик оборудования, продавец продовольствия, еще продавец дронов. Гадина. Не хочет. Ну вот, собственно, да, я про это и говорил. У него... У нас нету с ним репутации никакой вообще, да? Он не принадлежит, видимо, ни к одной из фракций. Поэтому он нам ничего не рассказывает. Вот более-менее дружественные корабли. Давайте мы у них спросим. А, собственно, у полиции. Почему бы не спросить у полиции, да? Наверное. Или не надо. Хотя, мало ли, а вдруг повезет. Где я могу найти... Торговец, да. Так, больше. Больше и продавец дронов. Говорит, пошел вон. Ну, как-то так. Ладно. Давайте мы, не знаю, кого-нибудь еще спросим. Вот у этого полицейского. Или, может быть... Беспредел. Фракция Беспредел. Давайте попробуем этих спросить. Где я могу найти? Так, торговец. Больше. Больше. И продавец дронов. О, есть, он нам показал, наконец-то. Так, ну это облегчает задачу, потому что первый раз, когда я, да, пробный полет такой делал, то... Я очень долго искал, очень-очень долго всех этих дронов, лазя по каждой станции, вот так вот вручную перебирая. Но, да, есть способ гораздо проще, просто никто со мной разговаривать тогда не хотел. Так,
стыковаться. Requesting permission to dock. Docking permission granted. Теперь главное, чтобы мне на дрона денег хватило. Продавец дронов. Ага, на этой станции я был, нас как раз, да, направили туда, где я уже был. И радует то, что контейнеры не появляются заново. С одной стороны, можно было бы денег на них заработать, да, но с другой стороны, блин, это морока такая. Ходите обыскивать все время по новой. Так, открывайся. А, вот сюда, да, вот сюда. В тюрьме продавец дронов сидит наш. Снова в тюрьму вернулись, в эту, да. Давайте сейчас купим дронов. Hello, pilot. Is there anything так, I can offer you? Покажи специализированных дронов. Мне wares, нужно please. Купить Dua Assassin. Собственно, Dua Assassin мы покупаем. О, на русском. With an excellent thrust to mass ratio, giving it unparalleled acceleration capability. Даже самые поворотные цели. Так, хорошо, я рад на самом деле всему этому. Давайте мы теперь его купим. Вот так вот. Купим одного. Да. Блин, 19 тысяч кредитов осталось. Где мне денег взять, народ? Хорошо, где я могу? Все, до свидания. До свидания. У нас есть разные слоты для дронов на нашем корабле. Нажмите 3-2. Так, where is drone? А, мы можем, кстати, 5-5. О, во, супер. Так, совсем другое дело, я скажу. Не нужно проделывать путь обратный, долгий такой. Так, ну и теперь нам немного расскажет по поводу дронов. Так, нажмите на Т и выберите дрона. Дроны, если их уничтожают, то они исчезают. Если же мы просто выходим из ихнего вот управления, да, то они не исчезают. Так, ну и жарит кисло так. Ой, смотрите, кто это? А ну-ка, стоять, кто-то. А я не вижу информации, да? Жалко, ладно. Выходим из дрона. Хорошо. Some drones have abilities you can activate. They'll launch, do their thing, and hopefully make it back safely. If you ever find yourself in a tough spot, you can use the smart defense ability to launch all offensive drones to help. These things are great for annoying people from a distance. They don't have much in the way of firepower, though. The skunk isn't exactly a small target. Against shielded targets, there's only so much I can do. Sounds like you want bigger guns. I've got just the idea. There's a Heart of Albion station with a cage of old Argon Federation weapons. I know for a fact that they've been suffering power shortages for the last month. A delivery of energy cells could make us a little profit and allow them to part with a set of old plasma weapons. Sounds like a plan. Ну вот, собственно, нам сейчас нужно будет и доставить батарейки, да, для станции Сердца Альбиона, из фракции Сердца Альбиона, и батарейки эти, естественно, будет доставлять наш грузовой корабль, который я хрен знает где. Давайте посмотрим. А, ну вот он, наш большой кораблик, он где-то здесь, в этом же секторе. Так, хорошо. Ладно, давайте мы сейчас не будем, потому что как раз крашнулась игра у меня, когда я лазил по карте и смотрел там разную информацию. Сохраниться, это хорошо всегда. Ну и, наверное, ребят, на этом мы серию уже закончим. Продолжим уже в следующей серии доставлять батарейки. Это займет довольно много времени, потому что довольно медлительный наш грузовой корабль. Я не знаю, где он, где-то есть. Собственно, да. Поэтому всем спасибо за просмотр, всем пока и увидимся в следующей серии.